Если ему нужно дополнить, что если просто волны будет почерпывать. Нормально. Мы просто И и Е рядом расположены. И внизу, и вверху. Ну, видишь, когда набираешь так. Они стоят рядом, да? Просто почему не подумал ответить. Вообще, я тебе говорю, что я просто... Да, я помню, был отрезок, ты говорил, поставить, а заградить тоже. Раздумывал, сколько все будет стоить, комнатку устроить. Да, вот. Что, наш бой, хорош! Все сделал. Кому ничего не надо. Ага. Стоим, стоим, стоим!
еще? Да. Это же отворот. Наш мяч! Белый мяч! Белый мяч! Не видишь? Да. Не видишь, как глазка вот печатает. Но я тебе про то есть. Ах ты, сука, а? Да, кстати, там где-то красиво мяч пас. Ты даже пятнишком сделал. Знаете, мне это герой. Мразь, мразь, блядь. Про кого ты? Ты про кого так? А что он сделал? Что он сделал? Ничего он не сделал. Типа того, да? Ну что ты ругаешь на него? А что ты ругаешь? Ты объясни, почему человек сюда. А? Стекло. Он пошел. Он сам понимает? Да. Он сам понимает, что он тут? Это человек. Анатолий. Саша. Небо красиво. Всем стараются. Блять, этому массажу ебать. Нет, это другая уже. Так, короче, Филипп, она меня из самолета пошла. Я вторую тебя убил. Это ее подружка. Подружка? Ну, ищет первую потерял. Подружка. Нет, Макс, у тебя чувств, предчувствие. Yeah.
Это смешно, ё. Все поняли руки. Человек встал, у него болит плечо. Все стандартно. Октаву выиграла, кто там еще? Офсайд выиграл. А лесорубы. Сегодня не играет лесорубы. Октава выиграла. Наказали. Это только начало. Подошел мужик, мог знать, что он еще сделал. Просто этот мяч был другого мужика в это время. Что, из-за него тебе кассу давали? Давай, 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 давай
Еще нет лысого. Я там уже вышел. Я уже прям сам вижу, что я здесь что сзади. Нет, это батя нормально. Ну, вообще все смотрят. Что? Ну, батя уже потный, да. Нифига не уйти. Ты же лысый, ничего. Беги, блядь! Беги, блядь, тоже нормальный призрак будет. А? Вот этот момент, там мяч вообще уже ушел. И там штрафной. И идет еще 10 секунд. Еще будет бита оса была. Там оса летает перед корды. Какой тайм, короче? Кого ругать? Давай, Олег. Выкладывайся. Там мяч еще просто ушел. Бедеть, если что-то просто нравится. Ну там могут просто и желтый дать, и можно там уже спить. Да, все. Если нравится, что-то не понятно. Блядь, да, красный, желтый, что продавал. Морку на обиду тоже. Да, да, ты Алька вообще. А да, снимали, потому что. Парень за мячом побежал, слышишь. Третья игрушка. Третья игрушка.
Много станковые есть игроки. Сразу будет. Не могу тут выбирать вместо матча, да? Это боги просто. Что? Боги. Просто боги есть? Боги есть. А тебя как называют, Ангел? А? А тебя как называют? А ее не было. А, он уже сказал, такая великая. Курить, наверное, что-то можно. Можно. Каждый раз, когда ты говоришь, не случается. Сань! Одна замена была. Thank you.
Делай, да? Геня, можно сказать заранее? Я стал пол 20 минут, Сань. Ты сейчас скажи хотя бы. Thank you.
Да. Какой нахуй? Иванов. Иванов. Парни в штанишках бегают, бегают в футбол. Че? Вот, у него же есть номер, да, на спине? Ну, сейчас. Видит его? Сейчас разберется. Там скотчем наклеил. Ну, классно, конечно. Белым по белому? Да я... Я вижу, но я не вижу его. Turn around. 14. Ага. 19. Да, больше похоже, что. Может, конечно, палочка отвалилась. Две палочки. Одна палочка. Thank you.
Женя, улица! Гол! Хорош, Женя! Хорош, Вич! Ты че, Вася, отвечай! Хорошая! Умница, ты лови его так! Расскажи мне. Расскажи мне. Расскажи мне. Рад тебе, да? Первая карточка третьему номеру? Вторая. Три замены? Три. А кто вышел? Вышли Хэнсон, Шляхтин и Соболь. Не, давай выбирать, ну что? Давай выбирать, могу. Сядь на самое. Есть свое место? Подводной лодки такой. А так вот и должно быть, вот с этой. Пальчиком. Не знаю. Кто? Миша отдаст? Или Сева? Что? Что там? Кто это нас покусал? Ты нас жрёт прям. Я знаю, что вечно где-то. Ой, там, блядь. Соринка. Кто-то пальчик оставил, блядь. Соринка, ты лез на свою клаву всю. Сам, Сережа. Давай, ты еще Сережа. Иди сам! Пробрасывай, иди! Умница! Сокол! Бери в руки! Что
второе слово. Сережа, оставь Сережа, Камеру? 10-4 четверных женщин, они все пахнут. Все пахнут. Че они делают? Пахнут? Пахнут. На угол куда? В смысле? Все пахнут. Хорош, пахнут они, не пахнут. И потом, небось, вы врезал себе кусочек. Завтра? Не завтра, не того. Давай, рыбку пошел. Чего ей нужно было? Мне не нужно, мне не нужен планшет. Планшет не нужен? Нет. Я ей кинул планшет. А ты скинул свои критерии? Да, я вообще не делал. Это все было? Может, ничего не писал? Какой? Ну, главное, чтобы джигу еще. Валерал Мук, режим можно составить. Нет, ну искал модель Минов не нужно. Паша, я тебе ищу Паша. Я сам игрушку хочешь не разу. Давай, давай! Какие игрушки на машине? Чем вы? Возьми просто новую. А на десятку хочешь? А ты не скинул какие-то что ей надо? Открой, я же тебе говорю. Я уверен, что там был список, блядь, из 20 пунктов. Нет. И ты найдешь только один планшет. Нет. Ну, что же она написала? Сейчас. Что же она хочет? Вот, для главного, чтобы контактовская игрушка не ловила. Да, это же, конечно, блядь, это самое важное. Что за контактовская игрушка? Для флеша? Распервучи! В браузере? Чьи флешера это? Слушай, не знаешь. Оружие! Да-да! Какой-то, да, какой-то там, блядь, загадочный был, блядь, еще как это поедет. Он наши люди, чтобы никто не облагало покупать новый планшет. Нет, у них нету планшета. А это мой планшет. Ты с женой. А? Ты с женой. Ей нужно десяток. Че тупишь, что ли? Нет. Че не знаю, это все камеры? Это же большой камер. А? Хочешь себе шоу? Я просто бродить его больше. В смысле, мало ли, на мне понравился и десятка. Я помню, когда я тебе в прошлый раз спросил, Ник, что взять? Ты мне сразу сказал, бери это и все. А что ты тупишь, не знаю, кто я. Потому что нам... Потому что ты хочешь играть в игрушку через браузер. Знаешь, я даже не могу понять, какой нужно спросить планшет, чтобы нормально не тянуть в нашу кучу из браузера с планшетом. Что ты у меня? Это же бред. Хорошая! Ну, я не перевал тебя еще. Все. Чего? Чего им? Конечно, нормально. Чего нет-то? Ты чего не выходили? Да, наверное, не будем выходить. Нет, когда мы выходили, немножко другой счет был. Куда ты? Куда ты? Я просто посмотрел трейлер, и мне показалось, что таким говном, что я сейчас смотрю. Нет, я просто сейчас читаю книжку, и по книжке намного круче, чем вот эти вот там 3 минуты трейлера.
жопу посадить. Что еще, блин, 5 выходных, еще холоднее этого, и мне еще становится еще хуже. Че, парни, вы типа размялись, да? Я видел, это шикарно было. Всем надавал. Сколько нам уже штук? Сань, Саш. Виталику дал? Нет. Антону дал. Да, вообще, блин, очень бедный. Ну, вообще, блин, очень бедный.
Я вижу два. Маш, у нас момент, у меня есть второй балкон. Какой номер-то в итоге? Какой нарисовали? Тут у этого встроено 30. Миш, какой нарисовали-то в итоге? 2-3. 2-3? Живо, но просто встроено 16. Сейчас, да, погоди, не могу писать. Миша, не посиди сразу, что только писали. Вперед! Нахуй встроили 16, другой сделали. Что, да, это четверище, ну то есть. Короче, люди должны подыграть. Сейчас едем. Что, да, это уже... Нет. А такой, А потом вижу обзор. Ты сказал, что бери другого. Девушка. Давай, Серега! Давай!
что-то скажешь. 4. А, что-то не было. Ты просил? Я фиг знал, что ты будешь. Нет, если ты просил, я тебя позвонил, я не знал. Я узнал, кто должен быть. Да, просто он опаздывал, я не знал, кто есть, а кого нет. А там уже было так, что это 10-11. Его смысл ты не был знал. Судьи, еще девушки. Ну, половина, 12. Здорово! Либо вы скидываете, либо я еду к ним. Но не скину, да, а Валя забрал. Юмор здесь. Всяких этих людей в магазинах. Держись! Держись! Держись!
Гибель! Он обычно не сбил. Серега, сам лезь! Нет! Ой, как я боюсь, что...
Слушай, думал, есть толчок?
Сколько? 2 по 45?